Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Шендосом мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам мы продолжаем снимать эту рубрику. Поэтому, ребята, вы знаете, что делать. Конечно, ставить большущий палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше... Ты что там стукнул? Да, случайно. Если хотите больше серий с троллингом, чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Потопали. Да, потопали. Давай. Топчем. В общем, ребята, вот моя карта. Что будет проходить вот тут? Тут будет что-то странное. А в принципе, я скажу Жеке, вы, наверное, тоже подумаете, то, что мы с Жекой собираемся на Комик-кон, который будет в этом месяце. Точнее, мы едем в Москву именно для него. А поэтому, что мы будем делать в этой серии? Жека в этой серии пойдет на Комик-кон, но потом окажется то, что Жека попал в другое место. Какое? Ну, вы узнаете в конце этого видоса. А пока мы пойдем к Жеке, пройдем его троллинг и потом вернемся сюда. Поэтому пошли, давайте, пошли, а потом вернемся. Пошли. Ну что, Эдисон, ты готов? Я готов, можем идти? Эдисон, подожди, небольшая предыстория. У меня сегодня будет очень странный троллинг. Обычно как бы я какие-то твои реальные истории жизни воплощал. Но сегодня, Эдисон, ты будешь настоящим археологом и отправишься в египетскую пирамиду за сокровищами. Ага, ну пошли. Потому что в этой пирамиде есть какие-то сокровища, ты должен их срочно найти, чтобы стать богатым. Расхититель гробниц, да, значит? Да, прямо как Индиана Джонс. Дверка тут, да, дверка. Что там, дверь какая-то? Вот много там всякого, вот смотри. Золото, алмазы, хорошо. Ну вот, ты должен туда попасть, как бы это довольно-таки просто. Ты Египтянчик, значит, да, египтянчик. Да, поговори с египтянчиками, может они тебе помогут. Не, они вряд ли со мной говорить будут. Вот, уже не хотят говорить. У них сундук стоит, может ты попробуешь взять, они, может, тебя не смеют так это... Да, вряд ли так получится. Опа, не. Ой, много тут всяких ловушек, как я вижу в этом Египте. Ой, дядя Жека, сейчас ты поехал. Этот Египет, как бы, знаешь, египтянчики, они жесткие. Египтянчики. Они прям крипер-бары. А почему они, ну, жестокие такие? Может, я просто с ними поговорить хочу? А почему все такие вот прям жестокие люди? Ну, так ты попробуй, я не знаю. Я не знаю. Так, хорошо, не-не-не, тут я вряд ли что-то могу найти. Египтянчики, да, значит? А что я сюда не могу залезть? Эх, сюда ты не можешь, да, залезть. Может, как ты сбоку попытаешься обойти? Сбоку. Или, может, водичку прыгнешь, может, водички что-то найдешь? Не-не-не, водичку я точно не хочу, я уже знаю, что там будет в этой водичке. Но, блин, Смерть будет. А может, там не будет смерти. Да, так. Эдисон, тебе нужно добраться до сундука, прям вот хоть как. До сундука, да? А тут я смогу. Ага, зараза, тут невидимый блок. Так, сейчас бы оббегать опять это все. А кто тебя заставлял прыгать? Мог не прыгать. В самый низ. Ну, кто его знает, что там сделал. Так, хорошо. А если на дерево? Опа! Пробуй на дерево. А если тут что-то будет? Ага, зараза. Зараза! Так, карточка. Нашел все-таки, молодец. А у них там ничего не было, да, вот тут? Почему? Там тоже как бы карточка. Да? Она тебе пригодится, да, она тебе нужна. Врешь! Да не вру, я тебе серьезно говорю. Да подожди ты в сраку, а дебилы. Ты проверь, там по-любому что-то есть, Эдисон. Ничего тут нету, обманщик! Обманщик, ничего там нету! Так, хорошо. Здесь карточка. Подожди, только не иди, постой пока. Эдисон, это сокровище, ты их нашел. Все, иди забирай их. Не все так просто, да? И тут я упаду, да. Ну, блин, ты... Короче, Эдисон, ты попал вовнутрь пирамиды. Здесь должен найти что-то. Ты попробуй пройди вот сюда, куда-нибудь, я не знаю. Куда? Что-то надо там... Да подожди, с собой надо факел взять. Ну, ты что, никогда в пирамиде не был, никогда игры не проходил. С собой надо... Ах, ты зараза, иди в сраку, я с вами. Ладно, Эдисон. С факелом я буду ходить. Опа, мумии, не хочу я. Ой-ой-ой! Мумии. Потыкай. Да что такие страшные. Ты что, покивай ломаешь, Эдисон, нельзя покивай ломать. Жек, какие-то мумии тут очень... Так, а что мне с ними делать, а? Эдисон, я тебе могу дать оружие. Держи оружие. Я и так срочно забрать оружие. Я и так уже. Эдисон, ты понимаешь, что ты сломал факела, а эти факела были немножко необычные. Не знаю, они стояли как бой. Спасибо! Так, и чё? А ничего тут нет, одна. Может, другой, по-моему, ты будешь факел нажать? Нет.
Может, будет сюда? Зараза, так, тут тоже ничего так, нет. Так, ищи скрытые проходы, Ищи скрытые проходы, я уже потыркал на все факелы. Так ты не на факел, может, просто на стенке потыкаешь. Ага. Ну ладно, я подскажу, где-то вот здесь, Эдисон. А, то есть на самом начале, прикольно. Да, где-то вот здесь. Ага, все, молодец, Эдисон. Тебе нужно найти сокровища, слушай, как бы, знаешь, есть еще второй тайник с сокровищами, он находится у фараона, тебе придется пройти к самому фараону. Скр, хорошо, подожди. Да, давай. Ух, не получилось, не получилось. Я тебя наделаю вот эти прыжки. Ой, ты понял. А там как бы нереально перепрыгнуть. Да, как бы там реально, как бы я еще прямо сейчас перед подписчиками перепрыгну. Давай, покажи. Давай я покажу, давай, перепрыгну. С геймодом я тоже могу перепрыгнуть. Как бы какая разница? Ой, ты Эдисон, нытик, Эдисон. Ой, пирамиды сохраняются, там очень много опасностей. Много? Так, чувствую, не просто тут, не просто пустая комната, да? Смотри, вот за этой дверью находится фараон. Тебе нужно всего лишь дойти до этой двери. Концерт там? А что, концерт в пирамиде будет? Или что? Говорю, за этой дверью находится фараон. Фараон. Ну ты, говнюк. Короче, но фараон тут понаделал очень много ловушек, ты будь осторожен. 5 минут назад понаделал много ловушек, я сейчас должен пройти эти все ловушки. Хорошо! Да, проходи. Жека, а можем вот ради меня, ради нашей дружбы, вот просто... Ой! В смысле, это что так? Я не знаю, что это было. Что это было, алло? А, что это было? Жека, ну ты говнюк. Я не знаю, фараон очень странный чувак вообще. Да, я согласен, если честно, он очень странный. Что такое делаю? Ой, это походу так не получится, Эдисон. Походу надо идти искать потайные проходы, Эдисон. Жека, меня случайно не током бьет? Нет, тебя бьет сила фараона. Сила фараона, да. Сила фараона. Скыр меня бьет. Ой. Эдисон, ты пытайся ходить змейкой. Ну или так, в принципе. Ой, здесь говнюк! В смысле? Ладно. Я когда тестировал, я проходил это 3 минуты. Ладно, хорошо. Ты нашел фараона. Ты нашел фараона, но он находится в твоей могиле. Мне кажется, тебе нужно открыть сундук и вскопать могилу. Ну ладно, так тоже можно, в принципе. Ну я не ответственный просто за лопату. Ну ты запрыгивай в могилу, ты посмотри, чья это. Нет. Я просто золото себе возьму, свое-то, и домой пойду, нет? Ты археолог, тебе тут должно быть интересно, действительно. Зайди в могилу. Хорошо, подожди. Так, тут ничего интересного, да? Тут хорошо. Да в могилу зайди! Труп фараона Ибрагима. Так подожди, да сами за. Помнишь, ты убил Ибрагима? Ты не знал, что Ибрагим на самом деле был фараоном. И, знаешь, фараоны живут вечно! Чё это за дичь? Чё это за демон? Какого тебе? За все страдания! Какой Ибрагим отомстит! Я не знал, что Ибрагим жил в этом... в Египте? Ну хорошо. Да, на самом деле, как бы Ибрагим египтянин, да. И он тебе отомстил. Вот такой у меня коротенький троллинг. Ну, теперь хотя бы мы знаем, что Ибрагим живой. Воскрес, точнее, воскрес. Да, воскрес. Так, Ибрагим это фараон. Ну хорошо. Ой, ну что, Жека, пошли? Да. Пошли. Да, хорошо. Жека. Становись в очередь и жди своего. О, что-то мне это напоминает. Что-то похожее на Little Big, да? Что-то очень похоже. Ну почему, где есть очередь, это значит Little Big, это... Знаешь, куда мы пойдем? Ну угадывай, куда мы идем. Кэ. На Комик-кон! Да, мы идем на Комик-кон через пару дней, поэтому вот, Комик-кон. Жека, становись в очередь. Не, я слишком крутой для очереди. А, ну хорошо. Я тут заметил, что я могу купить у этого чувака на Норум Chestplate. Я его надел. Ну как очень на хорошо. Норум. Ну говори тогда с охранником, вдруг он тебя пустит. На Норум, держи на Норум Chestplate. Спасибо. Давай, проходи, раз ты такой крутой. Охранник что-то это не хочет. Потому что ты не крутой, ты такой же, как все, такой же, как подписчики. Может, поэтому... Ну подожди, мне кажется... Эдисон, подожди, вопрос, один задам вопрос. Я не знаю, как открывается багажник, ты мне сейчас скажешь, да? Да, он горит, короче, он пропускает только косплеера, Жека, только ему пофиг на Майнкрафт. Я на норм честплейт. Ты косплеером будешь, да? Да, косплеер. Подожди, это только одна часть косплея, а нужно 4.
Эх, сейчас найду. Найти где-то. Так, подожди, кнопочки. Да подожди, да, да не все так просто. Ах, в принципе, а вот тут на парковке ничего нету. Но на R открывается. Может, ты пошаришь в этих бардачках, не знаю. А, да? Хорошо, я пошарю. Может, там что-то. Надо пройти косплея, понимаешь? Он меня пропустит, потому что он знает, что я Эдисон. Кто-то такой не знает, поэтому я могу без косплея пройти. А куда ты. Я не знаю, просто куда тыкать. На каргу? Ага, Diamond Skirt. Я теперь... Skirt? Skirt, как хорошо. Ну почти, почти. А что у тебя за косплей будет? А у меня косплей будет... Слушай, да там ничего нету, там уже ничего нету. А что будет за косплей? А? Я даже не знаю, хорошо, я прям хорошо, это... Хорошо. Я тут уже был... Девушка рыцаря. Девушка, хорошо, я тут уже был, поэтому пошли сюда. Мне охранник сказал, что он поможет, нам поможет. Только надо пройти. Жека, тебе надо на ту сторону. На ту сторону надо. Это типа головоломка, да, какая-то? Типа нажимаю на кнопку, что-то происходит. Ну, хорошо, а что они все как-то горят? Ну, хорошо, а, ты запомни... меня... Последовательность, последовательность. Я понял. Надо запомнить, как они горят, и нажать на кнопки. Да, да, конечно. Ты такой... ты не такой умный, чтобы такое сделать. Окей. Спасибо, что меня тупо назвал. Нет, это просто слишком сложно. Ну как ты это сделал? Че это, раз, два... Ты это не запомнил, я не вернул. Вот поэтому я так и сделал. А, да, да, ты можешь тыркать, ну тут хорошо, хорошо. Командный блок, я-то страдаю, что. Да не, Эдисон, иди ты в жопу, ты такого не умеешь делать. Хорошо, а может я научился перед серией, в смысле не умею. А как я тогда это сделал? Ну подожди. Ну хорошо, ладно, ладно, так подожди, я запомню. Так. Нет, ты не запомнил, я слишком быстро. 3, 1, 2, 4. Ладно, не знаю, 3. 3, 1, 2, 4. Нет. Не-не-не, мне кажется, так не прокатит. Надо запомнить последовательно, Жека. Да нет, это все может провокаться. Да-да-да, может быть, как знаешь, да-да-да. Эдисон, я не знаю, куда я падаю. Подожди. Эдисон, ты не мог такое сделать. Ну, как знаешь. Так. Я даже не успеваю запомнить. Кто? Один, два... Что, я не понимаю? Я просил тебя не бить уже. Хорошо, я не бью. Подожди, я чуть не... Раз, два, раз... Во! Один, три, один, три. Один, два, один, два, два, два. Один, два, один, два, два... Чувак! Ну хорошо, хорошо, ничего там нету. Такой вообще в Майнкрафте реально сделал. Ну это же троллинг, поэтому надо было попробовать. Ну хорошо, хорошо, Жек. Тут есть подсказочка. Смотри, вот видишь, вот эти три блока выделены. Видишь, там, может, там что-то есть. Ну вот, за спиной, видишь, там вот эти три блока посередине. Что-то там есть, мне кажется. Попробуй потыркать на эти блоки. Да как я тебя потырку, если меня сразу откидывают, как ты только прыгаешь? Ну вот, попробуй его в прыжке. Вот, я потыркал. Да, потыркал? Сейчас, я не сидею. Ага! Песня сбудется! Молодец! Так, хорошо, ты пехайся. Ага. Ну все же, тебе надо и так сюда пройти. Тут смотри, дверь есть. Вот, да, смотри вот сюда. Да возможно, все! Вот честно тебе скажу, на 100% это возможно. Я только прыгаю вниз. Ага! Изи. Не почувствовал врага. Так, подожди, а что это такое? Что это? Я могу это ломать? Ну ладно, ты бил. Так, Жека, тут. Ай, бомжарчики! Бомжарчики! Там. Нажимай на сундук! Ой. Еще раз! Я не пройду снова. Ну я тебе дам. Я каким-то багом просто прошел. Я тебе дам подсказку. Там под вот мусорными баками есть что-то. Вот, ну что-то там есть. Есть там что-то. Наверное, еще одна часть. Да. Ну я понял. Правда, меня эти охранники не пропустят. Меня каждую секунду откидывают. Я каким-то багом прошел. Вот опять багом прошел. Давай, Жека, давай! Под мусорными баками, давай! Где? Какие мусорные баки? Мусорные баки, вот, мусорные баки! Да я тыкаю. Ага, шляпа! Давай, обратно! Пошли в жопу, бомжарчики! До свидания! Давай! Откидывайте меня! Пяу! Ну куда же вы меня кидаете, это дебилы? Ну когда надо, вы не кидаете меня! На, паскуда! На! Да подыхайте уж, вот, наконец! Хорошо, Жек, пошли. Так, ага. Так, он, мне кажется... Все, у меня есть косплей. Я самый крутой косплей. Давай. Что ты гитару достал? Хорошо, ну проходим. Жек, он пропускает. Куда мне проходить? А, он тебя не пропускает, Жека?
Дуэльница, закрой меня! Спасибо! Жека, я-то знаю, есть тайный проход, черный выход, черный вход, поэтому давай, обойдем, вот иди туда, Жека, иди туда, я тебя пропущу. Давай. Куда? Вот сюда. Вот, тебе надо сюда как-то залезть. Вот. О, смотри, видишь, тебе надо как-то отсюда вылезти надо как-то. Как? Так, ну как-то надо сюда пройти, Жека, давай! Да не. Что, прикольная тема, смотри. Глаза открой. Глаза надо открыть, Жека. Это машины поганые. Жека, ты очень слепой, вот прям очень слепой, прям настолько слепой. Да что? А, понял. Ты понимаешь, что ты изначально мог сюда пройти, и как бы, ну, хорошо. Я понял. Хорошо, ага, пойдем. Давай, раздевайся, все, на вешалку. А что, я не буду косплейщиком? Жека, ну я тебя немного обманул, ну, ты просто не пошел бы, если бы я тебе предложил, Жека, не пошел бы, поэтому... Что там такое, там гей-клуб? Не, Жека, я таким как ты не занимаюсь, вот пошли. В смысле? Так это... Пошли, это КК. Это концерт комеди-клаба, Жека, концерт комеди-клаба. Иди сюда. Давай. Иди сюда. Залазь сюда наверх. Давай. Сюда. Жека, я знаю, что ты очень сильно любишь... А можно я просто отсюда уйду и всё? Не, ну я знаю, что ты очень сильно любишь комеди-клаб, вот прям очень сильно. Ой, давай, насмеши меня, давай. Все любят комеди-клаб. Сейчас Жека будет выступать Харламов. О, ребята, здрасте! Ты чё? Фу, позор! Какой позор! Это Comedy Club! Все любят Comedy Club! Да, ребята, да! Вот смотри, все на тебя смотрят! Все тебя не любят! Харламов! Будет выступать! Сейчас, ребят, сейчас посмеемся! Харламов! Ой, эти Comedy Club, это смешно! Короче, все, давайте! Шоу по Красной Пристани, была жуткая жара! Потные дети и папочки. И тут я вспомнил, не ел я эскима на палочке. Давно на палочке не ела эскима. Коричневое, вкусное, на палочке давно. Ой, да, спасибо, ребят. Ой, да никто не аплодирует, фу, спасибо, говно. Спасибо, ребят. А сейчас будет следующая песня. Ой, вы садитесь. Ой, хватит, всё, я можно сейчас сплю. Садитесь. Где тут выход? Спасите. Почему? Вам что, не нравится Comedy Club? Comedy Club. Спасибо, я пройду в следующий раз, я пришел на комедий. Да меня я застрял тут, я, господи, помилуй. Ну, конечно, потому что обсираешь Comedy Club, это же круто. Гарик Харламов. Да что тебе не нравится? Это Comedy Club, алло! Берите этих гадов, не дадут взорвать это сейчас! Кого? Это фейерверки! Какие взорвать? Это фейерверки! Вот сейчас! Вот я фейерверки взорву! После моего концерта будут фейерверки! Идите на место! Давайте следующую песню! До свидания! Какой следующий? Это Comedy Club! Куда, Жека? Петь, как бы, можно петь! Какие петь? А чё, ну, Жека, ну, до конца, концерт, да, Жека, да. Концерт. Я понял, да. Ну, сейчас, концерт, спасибо, я пошел. Ребята, спасибо большое, что смотрели. Так, в следующем троллинге я продолжаю. Пусть он дает до конца жизнь. В следующем троллинге я буду продолжать концерт. Давно на палочке. Вот. Давно на палочке, да, ты чё? Это же юмор, Comedy Club, типа, говно, жопа, пиписьки, моча, и типа все смеются. Ну это же Comedy Club, чё, не любишь Comedy Club? Ну, вся страна любит, все дедука, бабулька любят, ты не любишь Жека? Я уверен, папа твой смотрит Гарика Харламова, да? Смотрит. В общем, ребята, ставьте... Я думал бы тебе сейчас на тебя, но... Подожди, а я тут при чём? Ты пел это говно на палочке. Давно на палочке. Жека, ну я думал, ты любишь просто Comedy Club, можешь полюбить за это все время. А в общем, ребята... Я его люблю. Сейчас тебе покажу, как я его люблю. Смотришь, она меня смотришь. Прям хлебом блюешь. Ну хорошо. Хорошо, ребята, вы знаете, что делать. Ставьте огромные пальцы, я прямо сейчас на этот видос. Если хотите продолжение, чем больше лайк наберем, тем больше серий будет выходить. И печеньки, да, блюешь? Ребята, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. До свидания.